Итак, всем привет, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Рыжик. Мы находимся в шахте, какой-то там пар. Мы с тобой чем-то похожи. А, так, шахта, горячий пар. Здорово, что мы встретились. С кем ты разговариваешь? Вообще, короче, тут малахитовой руды дофига. Поверить не могу. Она дотащила меня аж до этой снежной дыры. Я бы лучше мыкалась в Сиродиле, чем тут. Ты уверена? Короче, я сюда пришла. Если эти норды ну, скоро не вернутся, я, может, возьму, да и уеду. В Сиродиле хотя бы теплее. Езжай сейчас, а. Дай мне покопать руды. Вот. В общем, конечно, занятие не из интересных. Смотреть, как мой персонаж копает тут руду. Вот. Я думаю, сейчас мы быстро с этим справимся и смотаемся отсюда. Потому что малахитовая все-таки, как бы руда, она нужна. Ну, она, по-моему, даже очень хорошая. Но это в основном для орочьих вот этих всяких доспехов, оружий и так далее. Так, здрасте. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Сама руби свои дрова. Так. А можно у вас зелье утянуть? Да, можно? Отлично. О, спасибо. О, замечательно. Полный каталог чар для доспехов. А, мы заберем. Я вас тут конфискую, ничего, можно, да? Ну, я думаю, что вы ж не против, да? Ну, там же не украсть написано, а просто взять, поэтому... Ладно. Тут что у вас? Мешки! Мешки с солью! Мешки с солью! С помидорами. Хавчик! Забери свою кирку. Ладно. Так. Мы с голодного края. Так что, ребят, вы уж извините, но... Как-то так. Куда, интересно, моя щит положила? Или, может быть, Лидия держит? Нет? Лидия, ты где мой щит? Видишь остатки рощи? Это... Ну, это моя работа. Наша с сестрой. Ну ты вообще, блин, ты что так пугаешь? Подкрадывается сзади и давай там что-то рассказывать. Слушайте, а тут вообще довольно-таки большие залежи-то, да? Ну, сейчас мы накопаем. Обчистим всю шахту. И свалим. Тут же нет никаких пауков. Ну, я надеюсь. По-моему, нет. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ловись, жилка. Колись, жилка. Так, тут что у нас? Грибочки. Грибочки. Так, ладно. О, сейчас мы тут хавчика, я чувствую, наберем. Как понаварим. Как понажарим. Так, это у нас туда. Ты японский городовой. А как же нам туда-то подняться, наверное? Сейчас перейдем туда как раз. О, тут тоже жила. Так темно, да, что ее не видно вообще практически. Ну так, еле-еле. Здесь у нас только кирка лежит, да? Давайте сюда сходим. Тут тоже, по-моему, жилка, нет? Нет, не жилка.
Тут жилки нету, по ходу дела. А, ну жилка вот здесь есть. И все, по-моему. Больше тут, по-моему, ничего нету, можно, наверное, сваливать. Хотя там еще какой-то проход был в другую сторону, я видела. Или там тоже по кругу, фиг его знает. Че, короче, назад пойдем посмотрим. Ну что, Лидия? А, вот сюда еще можно пройти. Вот. Сюда еще пройти. А здесь куда? А, ну все понятно. Мы, короче, назад вышли. Ага. Хе-хе. Я там стырила уже все. Ну ладно. В общем, мы, короче, отсюда выходим. А, вот. И поедем. Что тебе нужно? Поедем, короче, сейчас за белым факоном. Чё-то вот мне кажется все-таки, что летает где-то дракон. Смотри, сколько накопали. Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару ночью. Да ладно, не ругайся ты. А, кстати, а чё вон там? Я просто, кстати, даже и понятия не имею, что там. Слушайте, а я, по-моему, знаю, что там. Давайте сгоняем, раз уж мы все равно здесь. А, по-моему, здесь должно быть орочье. Оба. А, да, а там вон орки живут. Тут оленя отбивная, спальник, мешочек чей-то. Соловьи? Это мы узнаем. Так, пардон. Так, а кто же у нас здесь в этом спальнике? Опа, место захоронения дракона, между прочим. Кролики бегают. Так, ладно. Мы давайте тогда к оркам сходим, что ли, в гости. А за белым флаконом тогда, может, в следующей серии. Или, может, в этой успеем. Вот. В общем, как получится. Но я сначала хочу к оркам зайти. В гости. Как бы... к своим сородичам. Ребят. Ой, там что-то есть, смотрите. Сюда выше, да, там что-то есть. Какая-то святыня, что ли, или что-то типа того. Начинается снегопад, замечательно. Блин, а я хочу туда наверх-то. Может, там что интересное есть? Ладно, давайте сначала... зайдем к нашим. Приветствую, дитя Малаката. Сородичи рады приветствовать тебя в крепости. Ура! Я тоже рада. Мы с тобой не в родстве, свинская рожа. Я не понимаю, что это за место. Это наша крепость. Здесь мы живем по обычаям, завещанным Малакатом, вдали от назойливых нордов. Тебе, должно быть, долго пришлось жить вдали от сородичей, раз ты не знаешь об этом месте. Поговори с вождем и шаманкой, они помогут тебе вспомнить. Хорошо, спасибо. Спасибо. А вот здесь вот что-то есть? На этой вышке. Бочка и книга. Чё за книга? Желтая книга загадок.
смотрите, тут, короче, загадки, и написано внизу ответ. И ответ к этим загадкам. Ха-ха, забавно. Давайте возьмем. Забавно. Оп. Ну, давайте, друзья мои. Я пришла к вам гости. Нет, не глотать ваши кости, а познакомиться. Я же как бы мышь одной крови. Ну, точнее, одной раз. Ох уж этот махулак. Он хочет быть... Ты что нацепила? Вождь орков должен быть сильным и независимым. Постоянная спутница ему ни к чему. И потомство тут ни при чем. Какая ты стрёмная, а? Слушай. Есть несколько великих крепостей, достойных упоминания. Душник Ял, Мор-Казгур, Нарзулбур и Ларгашбур. Угу. Спасибо тебе, добрая душа, за то, что ты меня просветила. Так, ну, здесь у тебя хорошо так. Ничего. Я понимаю, это звучит резко, но я очень люблю Мухлака и хочу, чтобы мы были счастливы вместе. А вы что там, это, да? А, ну понятно, ладно. Окей. А можно я вас оленинки стыриваю? Вы не против же, да? Вам же не надо, я думаю. Ну что тут сюда? Украсть. Ну что вы своему сородичу не дадите ничего? Какая растяпка сама такая? Посмотри на себя-то, господи боже. Никакие гадания по внутренностям так и не помогли определить, от чего все жены Махулака умирают. О. Так. Мы жили в Скайриме еще до прихода нордов. Наши обычаи просты. Все должны трудиться ради силы общины. Лишь самые отважные могут вести за собой других, и только им позволено иметь жен. Великий вождь привлекает к себе многих женщин и взращивает храбрых сыновей. Мудрые женщины, как я, матери вождей. Мы наставляем членов племени и даем им советы, как соблюдать заветы Малаката. Понятно. Кто такой Малакат? Ну, это вообще-то бог. Он наш создатель и господин. Угу. Даэдра — повелитель кровной клятвы и проклятия крови. Малакат учит нас подтверждать любое слово делом, требовать крови от врагов и силы от союзников. Он хранит всех орков, как своих детей. Эту истину быстро забывают те, кто покидает крепость. А, это ты про меня, да? Ну, я как бы тут вообще не при делах. Так. Вот. А, так, ну, лучок надо стырить. Лучок это святое, поэтому вы уж извините, но лучок я вас тут потырю. Скорее его тяжеловато найти. Кража из бочки. Ладно, давайте я с кем-нибудь побазарю, может тогда и красть ничего не придется. Так, ну привет. Смотрите, со спины красивая, да? Брат вечно пересказывает мне эти свои выдумки насчет моих тетушек и нашего отца. Он сумасшедший. Ты думаешь, он сумасшедший? А, ну между прочим, он так ничего, вообще-то. Ну, страшноват, конечно, но не так, Яту как те. Учит меня охоте. Я еще только учусь, но лучшей наставницы нельзя было бы и желать. Хорошо. А ты чего, кто? Вождь Мухулак? Ну и рожа у тебя Шарапов, а? Господи боже, господи, ладно, давай поговорим. Добро пожаловать в великую крепость Нарзулбур, путник. Ты вождь? Да, я заслужил этот титул. Убив своего отца в честном бою. Однажды у меня будет сын, который бросит мне вызов, когда я стану слишком стар, чтобы вести свой народ. И в крепости появится новый вождь. А до тех пор я единственный, у кого есть право иметь жен и детей. Так обеспечивается наша сила. Фух, понятно. Как же у турки, какие у вас законы? Кодекс Малаката — это и традиция, и закон в крепостях. Нарушитель кодекса
уплачивает цену крови. Кодекс — это неписанный закон. Орки во всех крепостях знают его наизусть, передают своим детям и чтут беспрекословно. Для чужака следовать ему несложно. Не воруй и не нападай ни на кого в крепости, иначе заплатишь золотом или кровью. Окей, в крепости найдется работа. Как насчет проверки? Твои мускулы против моих. Победитель берет у побежденного 100 монет. Нет. Спасибо. Тряпка, как и все пришлые. Вообще-то я двакин. Бейся славно. Длинный дом. Хочешь купить эбонит? Наша сумрачная шахта богата черными жилами. А, я сейчас туда схожу, да. Надо только к тебе сначала в дом заглянуть. Поворовать немножко. Точнее, погостить. Слушайте, какой тут домище-то большой, да? Смотрите, как много всего у них тут имеется. Но это все украсть только можно. Никто ничего не видел. Никто ничего не видел. А вот это что у нас? Ладно, это я не буду трогать. Пока их, короче, нету. Надо тырить все, что плохо лежит. Ну, они ж мне разрешили вроде как-то тут. Заходи, вот, бери, что хочешь там, да. Ладно, я вру, конечно, они мне ничего не разрешали. Он сразу сказал, если за кражу тебя застукают, то хана. Вот. Ну, я, конечно, понимаю, что у своих нехорошо воровать. Ну, что ж поделать-то, если приходится. Так, это надо сделать. Вот так. Блин, я сейчас все отмычки-то сломаю. Там по-любому лежит какая-нибудь хрень. Давай, замочек, открывайся, мой хороший, открывайся, ну. Ну, давай, я же знаю, что ты откроешься, ты откроешься. Скотина. Не-не-не-не-не-не-не, вот сюда, в эту сторону. О, значит, чуть еще. О, замечательно, я открыла. Аметист золота. Шлем не надо. Тумочки. Сразу F5. Мало ли. Так, что у вас тут? Печеный картофель. Так, здесь пусто. Здесь тоже. Ну, мы сейчас еще вон туда сходим. Ну, яйцо бери, оригамы-то. Во, нормально. Необычный вкус. Нет, одежда не нужна. Мне нужен мешочек вот этот, ага. И вот этот. Оп. Так. Слушайте, ну это его, походу, дело спальня, потому что здесь сундук большой. Какой-то загон, смотри, что они тут делают, а? О, Лидия, подвинься. Осторожней, что ли? Истинная природа орков. Слушайте, а можно я это заберу? Я потом почитаю. Рыцари 9. Тоже почитаю, мне интересно. Кодекс Малаката. А можно я тоже стырю? Эхе-хе. Так. Сундучок. Так, опять сохраняемся, чтобы есть что. Так, я нашла примерно в каком месте, да? Осталось только открыть. Давай, открывайся. Открывайся, открывайся. Ну. О, с первого раза. Ништяк. Это очень круто. Вот прикиньте, сейчас вождь придет, нас застанет за воровством.
Это не я. Это не я. А меня тут вообще не было. Как бы. Я не при делах. Ой. Ой, смотрите, тут еще блин, подвал какой-то. Подвал Мухулака. Слушайте, там что-то есть. Я вам зуб даю. Потому что он закрыт. Если подвал закрыт, значит там что-то есть. Оба. Так, ладно, а вот здесь что? Переход туда. Ну ладно, давайте мы сюда сейчас посмотрим, что тут есть. А, ну здесь я не буду ничего воровать. Потому что это могилы, а ихних тут наших сородичей, так сказать. Я не буду здесь воровать. Это плохо. Вообще воровать это плохо. А у своих сородичей это еще хуже. Блин, какой вид народа, а? Я же говорю, дракон летает. Охренеть. Так красиво вообще прям. Та-т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 а. Тут кузнец есть. Кстати, очень круто, что кузнец тут. Привет, привет, привет. Ты работу ищешь? Тут рядом шахта. Принеси мне руду, и я дам тебе денег. Не, спасибо, руду я себе возьму. Ты глянь, как мои тетки ведут себя с отцом. Странно, дальше некуда. Тетки? Твои оружие доспехи весьма впечатляют. Как говорится, орк еще в утробе матери учится махать молотом. По традиции, мать обучает детей кузнечному ремеслу. Если у вождя есть вторая жена, ее называют коваль женой, именно поэтому. Круто. Так. Матери мне знать не довелось, но сомневаюсь, чтобы она лезла к отцу так же, как я Ятул и Малар. Ага-ха-ха-ха. Так, я хочу посмотреть, может, щит можно какой-нибудь? А вот, кстати, сравнят на щит. Легкая броня, между прочим. Железная. Ну, железная и, наверное, тяжелая броня, скорее всего, потому что тут все тяжелая броня. Щит тоже. Так, клепанная, имперская. Кстати, вот имперский щит тоже. Вот, легкая броня. Но мне он не нравится, не хочу его. Стальное. Так, кстати, мои мечи. Я хотела шлидии выковать. Мечи такие. Вот это двуручный меч. Вот это одноручный. Вообще, я хочу... вот этот вот. Но мне для него надо 4 стальных слитка. Безупречный сапфир. Еще 2 сапфира и 2 черных... камни душ, которых у меня нет. Это идеальный вообще клинок, ребят. Для Дувакина вообще ништяк. А, так, что здесь? Вот кожаная есть. Так, мне... Так, ну щит-то есть тут, нет? Господи боже. Блин, что-то щита тут я не наблюдаю, на самом деле. Может, у тебя... А у тебя нету щита? Погляди. Так, ну у него тут...
О, отмычку я тебе возьму. Кстати, вот орочи стрелы. Ладно, я их брать не буду. Малахит. У него только вот такой тяжелый. А вот сыромятный. Сыромятный я не хочу. Он... Ну, короче, немножко это не то. Слишком слабенький. Так, тут что я могу продать? Ля-ля-ля-ля-ля. Да ничего я не могу продать. Это моя броня, которая мне нужна. Мне все надо. Бейся славно. Хорошо, буду биться славно. Да не рычи ты. Так, а что у нас здесь? Сумочная шахта. А, в общем... В общем... О, орехалк. А, не малахит, а по-моему орехалк. Или орехалк и малахит. Для урочих нужен. Ну, вот этих вот. Для брони и так далее. Короче, за флакон мы пойдем в следующей серии. Сейчас мы тут полазим. По шахте. Блин, ну это вообще... Как прекрасен этот мир. Посмотри. Там гора дергается на заднем плане. Вот, вот так надо встать. Как же классно, а? Ох. Тележечка. А, так ты тут дрыхнешь. Слушай, а очень круто ты устроился. Мне нравится. Так, вот, изготовление тяжелой брони. Мы это заберем. У него тут, смотрите, хавка, да, то есть костер такой. Ты что, не мерзнешь? Кровать. А, то есть даже тут я могу поспать на ней. Замечательно. Так, я что-то шахту пробежала, да? Вот надо. Тут такая музыка, мне кажется. Чтобы что-то плохо нам, нет? Ну давай уже иди. Как будто, вы знаете, как будто тут бандиты. Ну нет, вроде нет. О, безупречный аметист. Может, сейчас что-нибудь найдем на... Лично тот. Так, ну нет, тут вроде обычные орки. Мол у нас умник. Куда он скажет, туда я и иду. Работать в шахте тяжело. Но мул говорит, деньги хорошие. И мы работаем. Мул? Так, ладно. Слушай, дай мне жилку-то покопать, ну ё-моё. Я ж не могу из-за того, что ты там свои задницы крутишь и не даешь мне подойти. По-моему, он ушел, да? Ну да, свалил. Отлично, ребят. А, это железная, блин. Я думала, тоже эбонитовая. Ну вот. Так, где там еще-то есть?
Здесь мы копали. Вот это тоже руда, да? Да, вот это банитовая. Как раз. Он что, один, что ли, тут все копает? А, да нет, я факел здесь оставлю, а то что, я заберу, тут будет темно очень. Кошелек с монетами. Гы, я ничего не делала. Так, вот здесь тоже давайте копанем. Ух, нифига я. Пыли ты навела здесь, что-то и фу, и кости. Как вы тут вообще это все делаете? Здесь трупы. Не первой свежести. Ну, точнее, то, что от них осталось. О, привет! Малакат поручил мне работу на шахте. Добрая руда дает силу нашему роду. Мне надо добывать металл. Ну так добывай, ё-моё. И ты иди отсюда. Мол у нас умник. Куда он скажет, ой, куда я иду? Хулак позвал нас сюда, когда в шахте обнаружился эбонит. В городе слишком мало работников, поэтому мы и пришли. Понятно. Ну это хорошо, да, эбонитовая руда, там у нее дорогое такое вот оружие из эбонитовой руды вообще. Вот. Работать в шахте тяжело. Но Мул говорит, деньги хорошие, и мы работаем. Ага-ха-ха. Ты это уже говорил, да. Чё ты там гавкаешь опять? Так, по-моему, я здесь была, да? Оттуда я пришла. Куда они попёрли? Тут, кстати, еще одна железнорудная. Нет, я не хочу. О. Мне надо эбонитовую, а железную руду копайте сами. Как-то так. Какой-то такой воздух здесь, да? Как будто... Какая-то... Как будто мы в воде. Но это, блин, вот от свечей дым, короче. Ну. Что-то она долго, да? Смотрите, прям долбит и долбит, долбит и долбит. Да оторвись ты уже от нее, ну. Какие-то проблемы были. Ну-ка еще раз копанем. Работа в шахте тяжела, но Малакат вознаграждает тех, кто за нее берется. Вот там что-то еще взяли. Все, нет? О, а то я думала, вечная руда. Это железная. Он не копает. Мужик, не копай. Мы с Гадбой пришли работать на шахте. Мы хотим разбогатеть, вернуться в Ларгашбур и захватить власть. Ни хрена, я пойду сейчас вождю все расскажу. Махулак позвал нас сюда, когда в шахте обнаружился эбонит. В городе слишком мало работников, поэтому мы и пришли. Да что ж такое-то, смотрите, она копает вообще вечно. Рано или поздно нам надо будет вернуться в Рифт. Отведаем тамошней доброй медовухи. Алкаш. Нужно что-то? Нет, я копаю. Так, ну что, все? Уходим, нет? Ой, тут еще жилка. Да большая. Куда
он скажет, туда я и иду. А топиться пойдет, ты тоже за ним? Походу дела, да. Забавно даже. Работать в шахте. Вот еще одна. Слушайте, там еще, смотрите, сколько. Офигеть. И мы работаем. Ты заколебал это повторять одно и то же, а? Ладно, ребят, давайте на этом закончим, потому что копать как бы руду я могу и за кадром, в принципе. Это довольно-таки неинтересный такой процесс. Вот. А в следующей серии за кадром я уже доберусь там до пещеры, и я думаю, что вы ничего не потеряете. Если по дороге будут какие-то приключения, то вы их увидите. Нет, так увидимся у пещеры, куда пойдем как раз за белым флаконом. Вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.